Главное, что я хотел сказать, это то, что популистские правые силы в настоящее время оказались в благоприятной конъюнктуре. Потому что люди в своем отчаянии и страхе будущего с радостью принимают простые ответы. А левые должны им объяснить, что современное общество очень сложно устроено, очень противоречиво, и что нужно много знаний и очень высокий уровень образования, особенно в вопросах культуры. Это процесс, и для него нужно время.